Последний водный вопрос, который нам нужно с вами рассмотреть, это вопрос о том, как все-таки нам в целом мыслить о православии, о православной церкви. Нам нужна некоторая мысленная модель. Я уже говорил, что создание моделей достаточно опасное занятие, и если мы создадим какую-то упрощенную модель, то эта модель будет сбивать на столку и не позволять представить православие в надлежащей форме. Тем не менее, без каких-то мысленных моделей, без какой-то картинки в нашем сознании нам трудно обсуждать те или иные темы, поэтому мы постараемся найти подходящую картинку, но прежде чем мы ее будем искать, просто должны с вами отметить несколько моментов. Когда мы говорим «православие», то что на самом деле мы имеем в виду? Потому что в современной России православие — это очень широкий спектр разнообразных форм и разнообразных идей. Во-первых, православие — это то, что баптисты, скорее всего, представляют себе, это христианская конфессия. То есть это набор определенных взглядов, определенных доктрин, определенной практики христианской жизни, и здесь мы сравниваем православие с баптизмом, с протестантизмом, с католицизмом, с разными другими религиозными системами. До какой-то степени это сравнение справедливо. У каждой системы, в том числе и у православия, есть определенное вероучение, есть церковные структуры и все остальное. Но в современной России православие это не только конфессия. Помимо того, что православие является конфессией, для многих россиян православие является не верой как таковой, а некоторым элементом культуры. Удивительное явление существует так называемые православные атеисты. Люди, не верящие в Бога, но увлеченные православной культурой, считающие себя приверженцами православной культуры и на этом основании называющие себя православными людьми. Поэтому модель конфессии не подходит, и для некоторых людей православие – это вера, для некоторых людей православие – это культура, это наследие, это то, что создано в музыке, в литературе, это то, что происходило в истории нашей страны. Еще одно явление, тесно связанное в современной России с православием – это идеология. После того, как исчезла идеология коммунистическая, и на смену ей не пришло что-то более-менее внятное, люди, нуждающиеся в идеологии, желающие, чтобы все-таки было некое обобщенное, может быть, даже обязательное для всех представление, стали искать это представление в православии. И в этом отношении православие – это не вера, связанная прежде всего с Богом, а не с повседневной жизнью. И даже не культура, связанная с произведениями искусства или с какими-то историческими реалиями, а некая такая национальная самоидентификация, когда человек говорит о себе, я православный в том смысле, что я свой, а не чужой. Я православный в смысле я русский, а не кто-то другой. Я православный в смысле я вот принадлежу к нашей стране, а не кому-то а, другому. Я друг, а не враг. И в этом отношении православие мало связано с верою, оно больше связано с самоощущением, самоидентификацией человека. А, еще в последнее время о православии очень часто говорят как о некой духовной скрепе нашего общества, о православии говорят как о неком там культурном коде или еще что-то. Трудно сказать, что имеется в виду, когда говорят там о культурном или национальном коде, и, может быть, говорящие сами не до конца понимают, что при этом имеется в виду, но, тем не менее, такие слова звучат, это тоже относится к православию. Поэтому здесь и национальные элементы, здесь и культурные элементы, здесь и религиозные элементы. Более того, эти элементы очень разнообразны. Много разных богословских представлений, много разных культурных элементов, много даже представлений о том, как работают духовные скрепы или как выражается эта национальная самоидентификация. Поэтому православие является чем-то чрезвычайно пестрым. И привычные нам по протестантизму конфессиональные модели, когда мы говорим о православии, совершенно не срабатывают и не помогают нам увидеть подлинную картину. И поэтому я предлагаю для нашего дальнейшего размышления, чтобы как-то нам организовать наш разговор, модель следующего рода. Мы можем православие представлять себе как некий мир. Мир в смысле Вселенной. Мир в смысле там, страны, земли, населенной различными людьми, имеющими различные достопримечательности. Как есть Россия, если вам, вас вам предложат коротко дать определение, ну вот расскажи, что такое Россия, наверное, очень трудно будет, потому что Россия велика и разнообразная. Здесь есть и истории, здесь есть и разные культуры, и разные народы, и какие-то внутренние конфликты, и какие-то внешние конфликты, и есть несогласие между разными представителями России по тем или иным вопросам. Вот что-то подобное и православие. Православие можно сравнивать со страной, православие можно сравнивать со Вселенной, православие можно сравнивать с миром. И как у каждого мира есть определенные идеи. Есть важные, ключевые, есть второстепенные, есть определенные идеологии, иногда идеологии, конфликтующие друг с другом. Есть истории, есть традиции, есть мифы. И хотя миф это вроде бы что-то неправда, не являющееся правдой, но если миф часто повторяется, если большое количество людей верит в тот или иной миф, этот миф является такой движущей, может быть, созидательной или наоборот, разрушительной силой. И поэтому мифы, пусть они исторические, там, или богословские, или еще как-то недостоверные, это важный объект нашего внимания и нашего изучения, потому что они определяют поведение людей, ну, принадлежащих России, если мы говорим о России, или принадлежащих православной церкви, если говорим о православии. Как и у любого другого мира в православии есть свои герои которых уважают, которых почитают, на которых равняются. Есть свои злодеи, которых отвергают, которых презирают. Для многих православных мы с вами тоже иногда оказываемся в категории злодеев или противников. Есть некоторые достопримечательности. Есть то, что особо ценится, есть какие-то точки притяжения, куда собираются люди, к чему постоянно обращается внимание, о чем все время говорят, и для разных групп людей в православии, может быть, вот эти вот достопримечательности и точки притяжения разные, но они достойны нашего внимания. Поэтому, если вам нужна какая-то внутренняя мысленная картинка, то представьте себе большой-большой мир, населенный разными людьми, с разными взглядами, с разными идеологиями, с историей, с культурой, с мифами, с достопримечательностями, с неважными, неуважаемыми, презираемыми, может быть, местами. И вот таким образом постарайтесь посмотреть на православную церковь. Это не совпадает с внешним миром. Это мир такой внутренний, мир, духовный, мир мыслительный, хотя, конечно, определенным образом накладывается на Россию и на другие страны с православной традицией. И размышляя об этом мире, представляя себе православие как православный мир, я предлагаю, чтобы мы вместе прочитали слова Александра Шмемана. Александр Шмемон был ректором свято-Владимирской православной семинарии в Нью-Йорке. В Нью-Йорке тоже есть православные православные семинарии, такой видный богослов, литургист, хороший писатель, много он жил в первой половине и начале второй половины XX века, много выступал на радио "Свобода", много проповедовал и сейчас и издаются многие его книги. Так вот запись из его дневника по поводу православия. Исторически православие всегда было не столько церковью, сколько православным миром, своеобразной православной вселенной. Такой православной вселенной она оставалась и тогда, когда распалось на множество национальных этнических мирков. Сузился духовный горизонт, но не основное самочувствие православия. Но самочувствие это всегда исключала категорию истории, перемены и потому способность реагировать на перемены, всегда составляющую силу западного христианства. Но это совсем не верность вере или, скажем, догматам, неизменным во всех изменениях. Догматами, содержанием веры православный мир перестал жить и интересоваться давно. Это именно отрицание перемены как категории жизни – Новая ситуация неверна, плоха только потому, что она новая. Исторически центральной и определяющей в православии всегда была категория не православия по существу, то есть истины, а именно православного мира, неизменного, потому что он православный, православного, потому что он неизменный. Поскольку же мир этот неизбежно и даже радикально менялся. То первым симптомом кризиса нужно признать глубокую шизофрению, постепенно вошедшую в православную психику, жизнь в нереальном, несуществующем мире, утвердившемся как реальный и существующий. Это не слова злобного протестанта, это слова православного автора и ректора православной э, семинарии. Э, тем не менее, человек, очень тонко чувствовавший и православие, и вообще жизнь окружающего мира. И он тоже использует очень похожую модель православия как некий мир, как некоторая вселенная, может быть и изменяющаяся, но ощущающая себя неизменной и постоянной. И поэтому, приступая к сравнительному богословию, Приступая к осмыслению того, что же такое православие с протестантской точки зрения, фактически нам нужно приготовиться к некоторому путешествию. Как знакомство с определенной страной, определенным народом, определенным городом. Это когда вы приезжаете туда и ходите, рассмотрите по сторонам, знакомитесь с достопримечательностями, пытаетесь почувствовать это место. То же самое и знакомство с православием. Мы не можем свести знакомство с православием к просто перечислению догматов или различия в догматах между протестантизмом и православием. Нам важно заняться историей, чтобы посмотреть, как и что сформировалось. Нам важно заняться мифологией, нам важно заняться культурой, нам важно заняться а, какими-то анекдотами, которые рассказывают в этой среде, какими-то шутками или, наоборот, печальными историями, которые существуют. Конечно, важно заняться и идеологией, и богословием в том числе, но рассматривайте наши мероприятия как определенного рода путешествия, когда вы знакомитесь с достопримечательностями и пытаетесь почувствовать этот новый для вас мир. И вот с такой моделью православного мира мы приступим к нашему изучению. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарий.